стою перед галереей, называется Жагу. Фран-фри. Это должно быть. Я не знаю, что там продают. Велосипеды на прокат. Здесь, похоже, все фоткаются почему-то. Вуаля! Видно Эйфелеву башню между домами. Нужно встать на углу Rue de l'Université, Avenue de Bourdonnais. И вы будете между домами видеть красивую Эйфелеву башню. Шикарный вид. Здесь основные блюда 19 евро. Сегодняшнее блюдо. Вот это чекер. This one? Yeah. Okay. Длинные ребра. You chicken? You take chicken too? Okay, two chicken. For drinks? Do you have cappuccino? Okay. И очень красиво, светильнички такие, декорации. Сейчас я поставлю трайпад на стол. И будем глазеть на прохожих и ждать наше блюдо. Грудка цыпленка с рисом бомбати и с грибочками и с французским соусом. Here.
It is raining. На улице идет дождь, в Париже плюс 8. Все бегают. Машина вон там, а это променад специально для пешеходов. Музей Жака Ширака. Ой, сколько спортсменов тут. Вау! Ой, как красиво! Сколько здесь круизных лайнеров! Очень много! Видно русскую церковь. Этот зеленый мост ведет нас к метро. А вот это Токийский дворец. Здесь сейчас мы туда пойдем смотреть картины. Река Сена. Дождь идет, но мы все равно гуляем. Это наш последний день в Париже. Мы завтра улетаем. Вот этот дом передо мной. Написано «Консерватория Рахманинова». Рахманинов в этом доме.
Написано Париж, Токио. Стоит на причале возле Токийского дворца. Это дворец Токио. This is Palace of Tokyo. Tokyo Palace and ship. Paris, Tokyo. Все логично.